Хайом Кавгейбахи Шван Тавшин Айн Далит. Сегодня 29 октября 2013 года. Я Ирина Печерская. Провожу интервью с госпожой Мельник Фаины у нее дома в городе Мигдалемик. Мы знаем, что госпожа Мельник родилась в Проскурове, Каменец-Подольской области, 6 ноября 1929 года. Фаина, расскажите нам, пожалуйста, о вашей семье, в которой вы росли, жили. Начнем с ваших родителей. Итак, ваш папа, как его звали? Папа звали Лейдерман Шлёма Абрамович. Мама Лейдерман Дина Шимоновна. Жили мы в Хмельницком, Проскурове, бывшем Проскурове. Сколько я себя помню. Да. Мы жили на квартирах вначале. Только в 1937 году, когда уже было 3 детей. Это старшая сестра Бетя. Какого года рождения? 1927 года рождения. Потом родилась я в 1929 году. После меня родилась Любочка. 1931 года рождения. Мы все время жили по квартирам на этой же улице. Раньше она звалась Завалье. Это улица. Проскуров, Завалье. Но почти в многих домах на этой же улице. В 1937 году, когда мама забеременела, это четвертый ребенок, да? Четвертый ребенок. Папа, они решили, родители мамы, и папа решили, чтобы нужно построить домик, чтобы можно было где-то расположиться с этими детьми, потому что было очень тяжело уже жить по квартирам и ютиться в этих маленьких комнатушках с такой семьей. Папе дали разрешение и разрешили построить дом на улице вот это Заваля, 31. Там, значит, подённо нужно было нанять человека, потому что дом решили построить такой глинобитный. Это папа нанял людей с села. И двух женщин. Первую я не помню, а вторая это была Рудзевич Бригида Михайловна. Которая, а сколько было? Это бабушка. Которые месили эту глину, там замешивали это, песок и солому. И такие, это валькован такой дом. Материал был, назывался валькованный, это да. Не из кирпича. Это только там фундамент был из кирпича. Не был такого сильного, кирпича сделан. И в 1938 году был построен этот валькованный этот дом. Рабочие все это работали. И в 1938 году там было построено, значит, была большая немного комнатка, маленькая комнатушечка, 8 метров, и кухонька. И в
в 38-м, значит, мама родила снова девочку. Лейдерман Геня Шлёмовна. Угу. Соломоновна или Шлёмовна. То есть четыре девочки. Да, и девочки. Угу. Мы проживали там. Мама, папа работал на хлебзаводе. В самом Проскурове? В самом Проскурове, угу. Завхозом. Он был образован, ваш папа? А? Папа имел какое-то формальное образование, еврейское или общее? Если он имел образование, то только еврейское. Угу. Вот. Так же и мама. Они из еврейской семьи. Что мама, что папа. А родом они обои были из Проскурова? Дед, папин отец, Проскурове. Мамины родители в Изяславе. Угу. Родились, и там они жили. Мама пошла работать, потому что было очень тяжело. И мама пошла работать. Там магазин на вокзале был. Магазин хлебный. Там мама вот этой Геней, она маленький ребенок, она ее под прилавкой держала, а сама она торговала вот так хлебом. Это, вот, да, хлебом. А папа, я уже сказала. Угу. Вот. Потом очень тяжело, потому что дети были предоставлены сами себе. Ну вот вы две старшие сестры. Две старшие или младшая Любушка, трое нас это было. Вот мы это пошли в школу, а дали нас в школу в украинскую. А еврейская была школа? Была еврейская школа, но отец отдал нас в украинскую школу. Угу. Это первую школу. Это была первая школа, школа или средняя? Украинская, первая, по-моему, средняя, угу. Это вот школа там. Это вот. Я хорошо помню, где она находилась, там она на площади там в Проскурове. Вот. С нами большинство разговаривали на украинском языке, так как мы обучались. Вы имеете в виду дома говорили с вами дома по-украински? Это, родители между собой разговаривали на идиш, а с нами они в большинстве разговаривали на украинском языке, чтобы для нас это естественная среда учиться. Евреи жили в Проскурове? Вот на этой улице Завальная, где вы отстроились. Были когда... ли еще евреи? Нет, там были, жили поляки, но их не поляками называли, я забыла, как там поместно. Ну, обрусевшие поляки. Ну, да, там это вот, я забыла, как это такое. Прозвище у них было, да? Да, такое. Там было рядом, рядом с нашим домом жили две женщины и с мужем. Пожилые. Это были евреи. Они вот. Приходили к вам в город? И выше жили, в таком кирпичном доме тоже жили евреи. Они такие угу. побогаче были. У них была одна дочь. Очень через забор угу. тоже рядом были. Это вот. Вот вы сказали, что ваш папа работал завхозом на, завхозом на хлебзаводе. А да? Кроме хлебзавода еще какие-то были предприятия Проскурова? Каким вы помните вашу родину маленькую? Эту? Каким был этот городок вот, был? А... Да. Где-то люди работали еще? Вот мама ваша. Вы сказали, ну, что вот, там станция проходила. Была станция. Да, станция. Значит, люди работали там, да? Да. Железная дорога, угу. конечно, и станция. Вот, это же я говорю, да. что она работала прямо на станции, рядом станция, а там рядом проходил магазин стоял, угу. вот где она работала. У вашего отца были родственники?
которых вы помните? Моего отца было 3 брата и 1 сестра. Вы их помните? Нет. Никого. Никого не вы помню. Вы их сегодня не помните? Или нет, вы их вообще нет, никогда это, не да, имели? Мы не общались. Хотя они жили в Проскурове? Они жили в Проскурове, но мы не общались. А как их звали, вы знаете? Нет, тоже. Нет. Дальше, что я могу сказать? А сестра его, отца папина, вашего, да? Тоже жила в Изяславе. Но почему, я не знаю. И как ее звали, вы тоже не знаете? Не помните? Нет, не помню. А вот ваш папа, какого он года рождения был? Папа и мама 7-го года рождения, 1907-го года рождения. Да. Вы о своем отце? В 39-м году рождается... брат. Лейдерман Йосиф Шлемович. Очень тяжело было содержать 5 детей, очень тяжело. И папа попросил, чтобы вот эта Рудзевич Бригида Михайловна, которая помогала строить, делала, чтобы она помогала маме, потому что папа в это время взял, купил корову. Там эта постройка была, так, как я сказала, комната, маленькая комнатушка, кухня. И также эта постройка, а дальше сарай, через кухню в сарай прямо. Вход и там был, в сарае содержал. Держи. Но содержать корову... не знали, ни мама, ни это. Эта женщина была из села. Она знала, как ухаживать, как доить все. И она помогала все маме делать. Скажите, вот Фаина. Вы жили в... Вы хотите что-то сказать? Я хочу сказать. Да. Где бабушка родилась? Это Рудзевич. Чья бабушка? Рудзевич Бригида Михайловна, которая... которая она у нас работала. Вылетела. Ну, потом вспомните, не столь важно. Да. На данный момент. И вот она начала это вот... Так она все время ухаживала, она помогала маме во всем. Что я хочу сказать? Мы кашрут, дети и папа кашрут не соблюдали. Мама была очень богомольная, у нее были очень родители богомольные, и мама соблюдала кашрут. То есть вы соблюдали, поскольку мама была... хозяйка в доме, и вы соблюдала все. Это мы нет. Папа то есть вне дома вы не соблюдали, а в доме мама же всё дома делала. Мама, ну нет, мама сама. У нее было 3 кастрюльки у мамы отдельно. Отдельно посуда. Да. И мама соблюдала очень-очень-очень сильно. А субботу она соблюдала? Мама соблюдала субботу. То, что... А отец нам кушал все и нам позволял. Да. Так что мама не сопротивлялась. То есть она только для себя? Для она только для себя. Но было. Она готовила, если мы хотели. Понятно. Конечно, она нам давала все. Пекла она, конечно. Но все очень... Очень-очень сильно соблюдала мама. Так, а праздники еврейские в доме соблюдались? Нет. Праздновались? Нет. Мама только соблюдала. Ну вот вы ребенком себя помните до войны. То есть до войны вам было неполных 12 мне лет. Мне это вот... Вы... Почему я уже хорошо
помню, что это. Нам все, папа все разрешал нам. Ну вот, вот Песах, например, у вас дома маца стояла на столе? Маца была, да. Маца была. Угу. Но и хлеб был. Рядом с мацой? Да, потому что папа... Да, это вот, я а вы говорю. Вот не спрашивали отца, почему он так... Нет, вы знаете, почему-то нам... Не принято было тогда спрашивать? Тогда не принято было. Так как отец командовал, отец был очень... То есть он был основной добытчик, поэтому был, он заправлял семьей? Он управлял семьей. Всем, угу. Да. Отец понятно. Управлял Мама всем. Мама была тихая, спокойная, милая? Мама была... Очень спокойная. Угу. Я никогда не слышала ее возвышенного голоса. Никогда. Угу. Это была женщина. А вы помните, как она выглядела, как она одевалась? Как вы ее запомнили до войны? Я ее запомнила. Она была спокойна. Она никогда не говорила. Я не слышала ее повышенного голоса. Чтобы она повысила, крикнула что-то такое. Никогда в жизни. А как она одевалась? Вот вы помните ее, какая? Как она выглядела, ваша мама? Ой, Боже, как жалко, что это фотография. Ну, вы ее запомнили.